Жиган, лимон, мальчишка симпатичный. Жиган, лимон, с тобой хочу гулять. Привет, братва Жиганская. Вы спросите, что я в столь ранний час, когда еще ни маршрутки не ходят, ничего, делаю на улице, в тельняшке. Дело в том, что мы решили отправиться на рыбалку. Тут вот у нас есть разные прибамбасы, да. Сколько их? Наверное, Саш, ты мне камеру не включил, чтобы я ничего не болтала, да? Доброе утро, мы снимаем социальный опрос. Скажите, пожалуйста, много ли рыбы у нас на пруду? Не могу сказать, много или мало, но есть. Спасибо. Вот так вот. Я говорю, мало кто знает, но это сталинский проект под Комсомольским озером в городе Ставрополе. Проходит ветка метро. Оно было заложено во время Второй мировой войны. Начинается оно вон там. Вон там. Примерно, ну, оттуда же. Примерно оттуда же тянется лапша, которую я сейчас вешаю на уши. Вот. Твоя первая рыбка, Жиган. Ну, у нас получилось с горем пополам натянуть сетку. Сегодня Колян делает анбоксинг нового компьютера. Ну я же делаю, не трожь. Это был анбоксинг от Колина, очень информативный. Всем спасибо, пока. Ты вообще думаешь своей головой? Тебе принести таблеток? Саня, у меня сейчас объектив здоровый, как твой. Так. Когда мы с тобой двигали вот этот рычаг, вся эта пленка переходила вот сюда, она перематывалась, и в итоге из коробки она вылезла вся сюда. Ну, как бы прекрасного в нашей жизни много и в разных сферах, и сама жизнь прекрасна, правда ведь? Но я хочу поговорить именно о природе. Но прежде я протру объектив. Так вот, я сейчас нахожусь в Московской области, а приехал из Ставропольской области. И это 1500 километров разницы, но я не знаю, возможно, это связано с тем, что как бы я родился, да, и моя родина это Ставрополье. А возможно, это просто мои предпочтения, и они ни с чем не связаны. Мне кажется, что ландшафты, природа и вот рельеф центральной части России, то есть, например, Москвы, он уступает вот этим ставропольским широтам. Вы знаете, когда ты только выезжаешь за город, и у тебя там такие калифорнийские пейзажи, когда дорога уходит вдаль, и по сторонам там холмы, поля, и ты прямо смотришь, то есть вот заехал за один бугорок, еще один новый пейзаж открылся, за другой там чуть поехал, все поменялось,
все так бурно меняется, и так интересно за этим наблюдать. Опа, раз речка потекла, опа, там еще что-то. А когда я всегда приезжаю вот в Москву и катаешься вокруг города, ну, пейзажи, они как бы здесь, ну, не знаю, они скучные. Ты просто смотришь в окно, да, будь ты там на поезде, на машине, на автобусе, ты смотришь в окно, и у тебя вот так вот береза, сосна, дуб, вот так просто мимо тебя. И ты такой едешь, понятно, 5 минут посмотрел и заснул. Вот это мое рассуждение на счет красоты Ставропольского края.